Нелегальное такси опасно тем, что его водитель не несет ответственности за жизнь и здоровье пассажиров. Им будет довольно сложно получить компенсацию, случись в пути несчастья. Кроме этого, нелегальные таксисты не подвергаются медицинским проверкам, а его автомобиль – техническому контролю. В ходе рейда водители обязательно проверялись на предмет на ранее оплачиваемые выносимые административные штрафы. В результате один водитель привлечен к административной ответственности за несвоевременную оплату. Сотрудниками особое внимание также уделялось на выявление нарушений, связанных с перевозкой детей до 12-летнего возраста. В ходе таких проверок выявлено 5 нарушений. Проходящие рейды не первые и не последние. В госавтоинспекции говорят, что прежде чем наказывать нелегальных таксистов, с ними проводится разъяснительная работа. Увеличение штрафов и получение бесплатной лицензии, казалось бы, улучшили ситуацию. Но все равно находятся те, кто незаконно подрабатывает извозом.